Приветствую, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня мы находимся на Каме. Сегодня 25 уже апреля. Вот. Я просто приглашаю вас прокатиться со мной на моторе, открыть водомоторный сезон, посмотреть, вот какие виды здесь у нас красивые. Ну и как-то запечатлеть эту весну, взять ее с собой и чтобы любоваться ей в дальнейшем, чтобы она была хотя бы в записи. Конечно, хочется забрать с собой песню соловья, там остальное чириканье птиц. В общем, это ни с чем не сравнится. Весна — это лучше, чем Новый год. Для меня, по крайней мере. Может, кто-то думает иначе? Напишите в комментариях, для кого лучше, Новый год или весна? Как вы считаете вообще, лучше что, весна или Новый год? То есть вот, посмотреть, поглядеть. Сейчас вот мне должны привезти запчасти к мотоциклу, к Уралу, который у меня там на пасеке находится. Вот. И хотелось бы прокатиться вместе с вами, посмотреть, чтобы вы посмотрели, как здесь весна у нас. Вот. Ну вот, смотрите, какой берег, еще вода не поднялась. Вот. Еще вода совсем маленькая. Вот. Мотор у меня завелся, кстати, после зимы со второго потяга. Вообще здорово. Ну и вот берег, вода еще не поднялась совсем. Вода еще маленькая. Как-то так. Ветер приличный дует. А мы поедем вот туда, 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 там. Далеко-далеко у меня там пасека. Но вода уже мутная. Рыбачить уже поздновато. Вот она. Мутная волна. Но очень приятная весна. От весны всегда ожидаешь чего-то лучшего. Кажется, что будет все по-новому, какое-то обновление в природе, в душе. Кажется, что будет все по-новому, будет намного лучше. Ну, я надеюсь, это так оно и будет. Вот, с каждой весной надеешься. Ну, конечно, стараешься, при этом работаешь, чем-то занят, какие-то планы выстраиваешь. В общем, так, сейчас привезут мне запчасти, и мы полетим. А ветерок все сильнее и сильнее поднимается. Нам бы добраться бы до... Вдруг штормить будет. В общем, привезли мне запчасти. Сейчас поедем туда, на пасеку. Обратно сейчас аккуратно надо просто оттолкнуться будет. Полетим. Так. Так, 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 так. Оп. Жижа, все ноги грязные. Какого только мусора нету, пружины какие-то валяются тут. Оттолкнуться и отъехать, потому что ветер как раз на берег поддувает. Опа! Ноги помыть. Заодно сейчас на веслах, быстрее. Там у нас оздоровительный детский лагерь «Гагаринец». Тут у нас Кама. Тяга зверская, дурная. Просто. Так, все, можно запускаться. Да. Поддувает хорошо. Все, отстыл уже.
Mm-hmm.